Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел комплект аноморфотного объектива для смартфона. Мы уже рассматривали на моем канале данный тип объективов. И сейчас сопоставим, как данный объектив ведет себя непосредственно с двумя смартфонами, которые тестировали в прошлый раз. А именно Asus Zenfone Max Pro M1 и HTC Desire 825 Dual SIM. Пришел достаточно жирный комплект. Здесь помимо самого объектива есть еще специальная насадка для того, чтобы устанавливать фильтры 52 мм с резьбой. И здесь также пришел чехол для того, чтобы переносить данный объектив с аксессуарами непосредственно до места съемки. Внутри также находится чехол, только единственный он металлический, для хранения тоже можно переносить. В данном варианте был выбран, сделан именно непосредственно для нейлонового чехла, для того, чтобы переносить именно в нем. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Что же нам пришло? Первое, что пришло. Давайте посмотрим рамочку для фильтра. Вот такая рамка. Здесь вот есть резьба внутри. Надевается, есть прорезиненная поверхность, чтобы надеть непосредственно на объектив квадратный, прямоугольный. И сверху находится отверстие под ключик. Ключик тоже идет в комплекте, шестигранник. Для того, чтобы закрепить непосредственно на поверхности объектива эту рамку, и данная рамочка не слетала в произвольном порядке с этого объектива, а фиксируется непосредственно на нем. Вот такая вот рамочка для фильтра. Еще раз повторяю, резьба 52 мм. Следующее, что рассмотрим, чехол нейлоновый. Вот в таком варианте пришло. При желании можно здесь установить карабин, если есть такое наличие. Ну и внутри с липучкой, перегородкой, даже есть карман для того, чтобы размещать всякую мелочевку, например, рамку для объектива. Вот такой вот чехол. И непосредственно давайте рассматривать, что же нам пришло внутри коробки с объективом. Во-первых, коробка представляет из себя данный вариант. Сверху производитель, снизу производитель. И для того, чтобы размещать ее на прилавке. Вот такая вот коробка металлическая. Внутри коробки у нас располагается небольшая инструкция на английском, ну и как обычно китайском языке. Для того, чтобы воспользоваться данным объективом, вам понадобится программное обеспечение ProMovie, Filmic Pro, либо Movement. Для того, чтобы сразу же получать то изображение, которое дает непосредственно этот объектив. Либо все это то же самое можно применить, записав исходные файлы непосредственно на монтажке, постпродакшене. А именно в том программном обеспечении, где вы монтируете свое видео, можно сжать на ту величину, которая указана непосредственно на коробке, на 1.33x. Да, и получается увеличенное изображение, в кадр попадает больше объектов для того, чтобы получить кинокартинку. И плюс также добавляется эффект непосредственно синяя полоска там горизонтально от освещенных объектов, там фонарей машин, просто фонарей, стоящих на улицу, которые попадают непосредственно в кадр, и в результате отходит от этих фонарей синяя полоска вправо и влево. Внутри у нас находится непосредственно здесь упрощенный зажим, здесь резьба 17 мм. Объективы, которые раньше мы использовали и предоставляли здесь на этой площадке, а именно APX-L, там был универсальный зажим, который прикручивался непосредственно к смартфону. Здесь можно использовать вот этот зажим, потому что диаметр тоже 17 мм. Дальше тряпка для протирки. Опять же здесь существует универсальный зажим. Максимальный размер здесь где-то около 9 мм. Рассчитывайте свою толщину 9-10 мм смартфона для того, чтобы закрепить. И закрепляет он где-то 5-4. Минимальный размер между двумя закрепляющими поверхностями. И внутри находится непосредственно объектив для смартфона, чтобы его устанавливать на смартфон. Выполнено все из металла и стекла. И сейчас тоже мы протестируем данный объектив на двух смартфонах.
И посмотрим, как себя ведет данный объектив на этих двух смартфонах. Будет ли те эффекты, которые заявлены производителем. И посмотрим, как будет у вас изображена картинка в том варианте, который запишется непосредственно на смартфон, без участия программного обеспечения, а именно в Filmic Pro, ProMovie и Movement. А в постпродакшене покажем оригинальную картинку, которая получилась непосредственно из смартфона, и обработанную картинку в видеоредакторе после уже монтажа. Давайте тестировать на смартфонах Asus Zenfone Max Pro M1 и HTC Desire 825 Dual SIM. Начинаем тестировать на смартфоне Asus Zenfone Max Pro M1.
Продолжаем тестировать на смартфоне HTC Desire 825 Dual SIM.
Как видим, все у нас работает. Прекрасно взаимодействует на смартфонах Asus Zenfone Max Pro M1 и HTC Desire 825 Dual SIM. Кому нужен этот объектив, решайте сами. То есть я свой осознанный выбор сделал и предоставил информацию о них в данном видео. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.